Меня зовут Наталья Платонова, я публикуюсь под псевдонимом Эд Мартин, я из Москвы. Пишу реалистичную прозу в жанре Young Adult, и, ну, можно так сказать, что это подростковая проза, молодежная проза, и издаюсь с 2017 года. Это закончить новую книгу, которую я сейчас пишу и уже заканчиваю, уже предстоящий книжный фестиваль на Красной площади. Вот, в общем, ответственное мероприятие, встреча с читателями, был перерыв вот двухлетний. Союз меня пригласила Катя Матюшкина, за что я очень благодарна. Мне очень понравилась сама идея вот, да, такой организации, потому что действительно это такая тема, которая у всех больная тема. Она назревала, она витала в воздухе, и все уже чувствовали, что это должен кто-то прийти и сделать. Вот. И тут приходит Катя и, в общем-то, все организовывает. Вот мы вступили в союз, и мы тем самым уже даем согласие на сотрудничество и на участие в мероприятиях. И более того, я считаю, что такие мероприятия нужны, и действительно нужно их инициировать. И чем больше будет таких мероприятий, тем будет лучше. Я просто на своем примере сейчас расскажу историю. Я подростковый автор. Мы продюсер, который телевидение там заинтересовался текстами, как сценарием, и предлагает снять сериал. И вот он пытается предложить реализовать эту идею, этот сценарий в рамках воспитания молодежи телевизионным каналам, да, и телевизионные каналы считают, что это не очень интересно, потому что это подростковое кино. Кому оно нужно? И то есть настолько это вот несерьезное отношение к вот этому вот жанру и к этому возрасту, но я считаю, что это требует действительно поддержки, потому что если мы этим самым не будем заниматься, то, в общем, так и будет все продолжаться, что вот подростки, пожалуйста, они там, на них можно только ругаться, а воспитанием их заниматься не стоит. Я ожидаю, как сказала Светлана, что мы будем все вместе и будем друг друга поддерживать, потому что сейчас очень много талантливых авторов, они все раскиданы по всей стране у нас, по всей России. Благо, есть интернет, и мы можем как-то читать тексты друг другу, узнавать друг о друге. Появилась возможность как-то всех вместе объединить и дать шанс реализовать себя, воплотить себя действительно талантливым людям, которые могут повлиять на воспитание, на культурный рост, в конце концов, вот, подрастающего поколения. Я желаю Союзу, чтобы он рос, чтобы он воплотил все свои задумки изначальные, построил огромные новые планы –